со стулей. Давай лазь. Супер, молодец. А там Оливер. А это Настя. Давай лазь еще. Ну, пошел. Тихо, фоткай. Кого? Чего мне фоткать? А, еще он Мерседес. Мы на пароле. Куда он хочет лезть? Не знаю, они его вот туда. Они сказали, Света. Саня, так в середину выезжай. Расскажи, где ваш конь живет. Наш конь живет. Почему? Ага. Это вот какой-то зам коня. Зам коня? Почему? Но очень полный. Почему зам? Ну, что какой-то маленький. Так, я все с ветер расскажу. Его привезли вот в этом тазике. У нас ничего нет. Привет. Слышь, ты зверь. Уть. Все, прилег. Ему жарко, что ли? Он хочет жрать. Видишь? Подожди. Ой, господи. Там хлеба. Лучше отсюда бери, пожалуйста. На. Да иди отсюда, все. Я сейчас... Блин, не успела. Козички. Ой, сейчас вам накостыляет тут жених. Ну, нифига ж себе. Дураки. Ты кто такой? Как? Ух ты ж, ё-моё. У, ё-моё, вообще что-то было. Маленький козёл. Смотрите, это царь баранов. Блин, не видно. Вон он там. Ну, какой большой. Фыркнул. Блин, она что, четверых козлов родила, а они все ее сосут сразу. Всех кормят. Просто понимаете, это когда я решил покормить, решил, что у нас есть втихаря, а в итоге... Это как голуби. Да, вот это ёпарас, ты хрена ты овца, не жрёшь хлеб. На. На, глупое животное, жри, вот, вот, видишь, у тебя сосед, а чё у вас, а чё вы открытые, я понять не могу. Чё? О! Ой, они сейчас умрут! Овечка, 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 ой, иди сюда, козел! Эй, эй! Чё вы тут устроили? Да, вот это жеребец. А там Мерин. Мерин? Ну да. Слышь, ты иди сюда. Вылезь. Ой, блин! Там ещё вон. Так да, она что-то не такая оборзевшая, как он. Ты что на меня смотришь? Блин, сейчас фотоаппарат-то схватит и все, пипец. Да, клювом-то. Зараза, он сейчас меня схватит. Не то, что фотоаппарат. Давай пониже. Старты меняются, кони нет. Все жрут. Конник. Настя. Хватит жрать. Как идет Ластик? Как идет Оливер? Тебя не видно все равно. Давай еще раз. Света нас покинула. Метла-то есть вообще в этом доме? Ластя кушает, ему пофиг, где метла. Всем доброе утро. Сегодня первый день стартов. Я уже сшигаюсь с конем. Наш маршрут первый. Так что надо сейчас по-быстрому пошагать. А Ластик боится, мальчишка. Утю-тю. Так. Сегодня мы едем 115. Я надеюсь проехать хорошо и чисто. Вот. Все. Кажется, Ластик боится страуса. Ластик, ты боишься страуса? Ты дурак? Ластик. Жопа, жопа, жопа. Вверх твой отец. Ха.
второй день старта, пластик по-прежнему только жрет. Пойдем. Сейчас пойдем помолимся. Это Света выиграла нам пожрать. Только там уже все кончилось. Расскажите, как вы провели сегодняшний день? Ой, Ксюша. Вот смотрите, какая у нас подама. Тихо, я тут вообще-то видео. А ты это сняла? Да. Она без трусов. Света, тебе хорошо? Светины титьки? Нет. Светины волосы. Света опять помыла Светину голову? Нет, ну подождем, да. Все, Свет, я убегаю от вас. На волю. Костя. Доброе утро.